приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, вы знаете, 17 января – это очень достаточно важный день. И это чудесный день. И вот такой вот день бывает один раз в году. Друзья, у нас идут святки. И это время, когда небеса слышат наши просьбы и открыты для наших просьб. Поэтому 17 января, друзья, принято кормить птах Божьих. В разных регионах разные птицы. У кого-то сейчас это одни птички находятся, да, потому что сейчас зима, холод. Но в любом случае сегодня, 17 января, обязательно покормите птиц. Для этого соберите крошки со стола. Только помним, что крошки со стола никогда не собираем рукой, а именно тряпочкой. Как вариант, добавьте немного пшена и отправляйтесь на улицу. И, пожалуйста, разбросайте корм для птиц на открытое пространство и скажите три раза следующие слова. «Пусть все мои проблемы в этот корм уйдут, и птицы Божьи их склюют. Аминь». Эти слова практики вам нужно будет произнести три раза. Как вариант, если в вашем регионе достаточно холодно, то вы можете покормить птиц прямо из открытого окна или с балкона. И, например, если вы с открытого окна, то рассыпать корм на подоконнике. Но главное, чтобы птички обязательно склевали. И, друзья, главное – это ваше искреннее желание избавиться от негатива и совершить в то же время добрый поступок во благо всех живых существ. Поэтому 17 января, в светлое время, обязательно покормите птиц, и вы увидите, как в скором будущем произойдут изменения в вашей жизни.